Хватит уже. Подача. Эти аплодисменты сейчас голкиперу российской сборной! Как он потащил! Просто что-то невероятное! Посмотрите! Опять мы проиграли здесь, к сожалению, подбор. Форсберг со своей левой ноги в нижний угол из-под защитника! И как среагировал Акинфеев? Чудотворец, как назвал его главный тренер ЦСКА после матча с Кубанью. И сейчас можно сказать те же самые слова. Рожай! Все! Это победа, Георгий! Наконец-то! Наконец-то! Две ничьи было, теперь выиграли. Поздравляем вас, друзья, это было очень важно, это был очень важный матч. Поздравляем Леонида Слуцкого с дебютом, поздравляем сборную с победой. Мы в обойме, мы в порядке, мы показали игру, мы показали футбол. Да, были недоработки, да, где-то устали. Но это тоже часть спорта, надо уметь преодолевать себя, играть через «не могу». Браво, Акинфеев, браво, команда, она сегодня была лучшая. Леониду Викторовичу поздравления. Справились, взяли 3 очка, а теперь у нас их 11, у шведов остается 12, но третье место мы себе фактически гарантировали, а это значит, стыковые матчи уже точно от нас никуда не уйдут. Ну а за второе место, чтобы побороться и за прямую путевку во Францию, здесь надо ждать ошибки и осечки какой-то со стороны шведской сборной.